на сцене. Стипендиат администрации города Шахты. Обладатель гран-при Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия». Обладатель гран-при открытого зонального конкурса юных дарований «Шахтинская весна», учащийся музыкального отделения «Масленников Семен». Класс преподавателя Богословенко Анны Валерьевны. Коплер. Кот и мышь. Детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия», областного конкурса эстрадного вокала «Вершина успеха», открытого зонального конкурса юных дарований «Шахтинская весна» Лебедева Виталина, класс преподавателя Богдаренко Татьяны Владимировны, концертмейстер Думачева Елена Анатольевна. Музыка в учении. Ария Лауретты из оперы Джанни Скики.
отличаться от трудолюбия и преданностью высокому искусству. Мы верим, что наши учащиеся еще не раз порадуют нас своими талантами и прославят нашу школу своими успехами. А наш праздник продолжается, и мы приглашаем на сцену ансамбль гитаристов под руководством Лесниковой Натальи Александровны. Шостакович, у вас шутка. Открытого фестиваля конкурса хореографического искусства «Литкова Алена».
руководитель Коренякина Светлана Владимировна, на Ивана Павла. Thank you.
слова и подарил миру эти чудесные звуки. Одно можно сказать уверенно, этим песням жить вечно. На сцене лауреат Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия», открытого зонального конкурса юных дарований «Шахтинская весна» Булатова Александра. Класс преподавателя Шмарева Татьяна Николаевна. Молитва «Мерседес» из мюзикла «Граф Монте-Кристо». Преподавателя Буракова Юлии Сергеевны. Боже, джазовый интюль.